В Саратове появится памятник «Паровоз». В минувшие выходные в сквере на Астраханской установили паровоз серии «Л». Железнодорожники между собой называют его «Лебедянка» по фамилии конструктора Льва Лебедянского. В послевоенное время паровозы этой серии курсировали на участке Покровская Слобода – Астрахань. Раритетную машину на станцию «Саратов-2» доставили с Сенной, а непосредственно по городу везли ночью, проложив временные рельсы. Доставка по Саратову заняла больше 10 часов. По информации отдела архитектуры Октябрьского района, паровоз станет главной достопримечательностью недавно открывшегося сквера железнодорожников.